Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Одинцовскому городскому округу задержаны участники группы, подозреваемые в организации проведения азартных игр. Подпольное заведение располагалось в четырехэтажном частном доме в деревне Немчиново и работало преимущественно ночью. Попасть внутрь могли только постоянные клиенты по специальным сигналам и звонкам на телефон. Полицейскими задержаны 18 подозреваемых в совершении противоправного деяния. Проводятся следственные действия.